Привет, друзья! С вами ЕФТ-групп, и сегодня у нас очередной тест. И посвящен он сравнению двух типов поправок, таких как RTCM 3.2 и S7RX. Почему сравнение именно этих двух поправок? Да потому что они в себе несут одинаковые системы спутникового позиционирования, такие как GPS, GLONASS, BeiDou и Galileo. Собственно, хотим посмотреть, какой из этих типов поправок все-таки быстрее дает инициализацию. И для того, чтобы посмотреть, убедиться на всякий случай, что оба типа поправок одинаково точно позволяют получить координаты, мы собрали, заколхозили вот такую вот интересную штуковину. На нее мы поставили 4 приемника EFT-M3. С одной стороны мы поставили 2 приемника, которые я буду запускать от типа поправок S7RX. С этой стороны 2 приемника, которые я буду запускать от типа поправок RTCM3.2. Эти расстояния, как и вот эти, я измерил вот такой незаурядной штукой, как рулетка. Сегодня никаких тахеометров. Нарисовал себе схемку с расстояниями. Соответственно, будем замерять инициализацию, а потом буду измерять точки. И, соответственно, у нас будут опять же базисы, если вы смотрели предыдущий наш тест, такие короткие. И все это дело должно совпасть. В общем, попробуем разные условия наблюдения, сейчас открытые. Всегда мы начинаем с открытых условий, и дальше попробуем еще различные условия наблюдений. Перед началом измерения на второй точке хочу отметить немаловажный фактор, о котором я не сказал ранее. В качестве базовой станции для наших приемников выступает приемник сети базовых станций EFT-Corse. И находится он в городе Москва на расстоянии от нас около 7 километров. Итак, условия наблюдения — малоэтажная застройка. Хочу обратить ваше внимание, что всегда у нас два приемника на разных типах поправок стоят ближе к плохим условиям, и также два приемника S7RX RTCM3.2 ближе к хорошим условиям для частоты эксперимента. Итак, следующее условие наблюдений. Такая вот застроечка. Вы можете подумать, что она малоэтажная, но если присмотреться, можно увидеть, что небосвод нам также закрывает огромное здание. Значит, из несказанного на первой точке хочу отметить такой немаловажный фактор, что мы используем всего лишь одну симку, дабы избежать регистрации сим-карт по отдельности в сети. С нее я раздаю Wi-Fi на 4 контроллера, и уже через них у меня приемники получают поправки. В принципе, начнем. Thank you.
Так, максимально сложные условия. Поехали. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Итак, что получилось по точности? Можете увидеть в таблицах плюс-минус 1 сантиметр отличия RTCM от SCMRX. С учетом нашей шаткой конструкции результат, можно сказать, вообще идеальный. Что касательно инициализации, в хороших условиях инициализируется практически одинаково. При ухудшении условий и в плохих условиях, можно сказать, RTCM 3.2 инициализируется быстрее. And stay!